На третьей позиции Прибалок, далее Секундант и Тобольск. В правом повороте в борьбе Сверстник и Деки. К отметке первой четверти практически голова в голову Декель и Сверстник. 39 десятых секунд. Первая четверть дистанции сбоил, не выдержав пейса, Декель. Сбоил Секундант. И тем временем на первую позицию определился Сверстник. Бросок делает Тобольск и захватывает Прибавка. А сбоивший Секундант отпал на пятую позицию. К отметке второй четверти впереди Сверстник. 32,2 секунды, вторая четверть. На второй позиции Декель, далее Тобольск, Прибавок и Секундант. Очень уверенно лидирует в повороте Сверстник. На второй позиции Декель, далее Тобольск и в борьбе Секундант и Прибавок. Ровно 32. 32 секунды, третья четверть дистанции за Сверстником. Лошади на финишной прямой, впереди Сверстник, на второй позиции Декель, далее в борьбе Тобольск и Секундант. На третью позицию переместился Секундант. Внимание, финиш!